Друзья, всем привет! Мое видео из Новых Ватутинок. Очень давно я не снимала про строительство этого торгового комплекса, а я начинала вести хронику, так скажем, хронику строительства. И вот за зиму прям такой прогресс. Смотрите, насколько все продвинулось, уже отделывают вот такими зеркальными панелями. Сначала вот такую подкладочку, рейки, и потом сверху на них, видимо, вот такие штуки. Так что я надеюсь, что это будет быстрее, чем 2024 год. Интересно, где будет центральный вход? По идее, вот с бульвара с этого идет вот такая дорожка. Может быть, здесь, посередине, примерно. Вот это вторая часть торгового комплекса. Такой он длинный. Даже не понимаю, в форме чего. Похоже, в форме восьмерки. Но работы еще много. Видите, вот эта вот часть ниже, а это выше. Тут какой-то дополнительный этаж. Может быть, там киношка будет. Так что вот такие вот у нас подвижки. Всем пока!